Всех приветствую. Имею детальку из дюрали. Я ее обточил ступеньками. Вот хочу на ней протестировать свой станок. В общем, начну с малого диаметра, включу подачу 0,1 мм наоборот. И резец пойдет по ступенькам все дальше и дальше. Здесь диаметр 17,1 мм. А здесь получается 27,4. В общем, будет больше 10 миллиметров за проход. Если получится все. Если не получится, надо будет успеть выключить подачу. Вот, точить буду вот таким резцом. Резец из стали R6M5. Заточен под острым углом. Вот. И прямая кромка. Ставим. Так, и пробуем. Ну, я, естественно, предварительно выставил хорошенечко по центру. Подвожу. Так, и пускаем мотор. Включаю подачу. Два миллиметра, я забыл сказать, ступеньки через 2 миллиметра. 2 миллиметра берет легко, 4, в принципе, тоже неплохо. Сейчас будет 6. Шесть тоже берет. Теперь 8. Ну и сейчас должно пойти 10. В общем, 10 тоже берет. Получилась такая вот стружка. Очень широкая. Хотя резец прямой. Был бы обычный проходной, стружка была бы еще больше. И заготовочка похудела. Получается на... Здесь 17,2. Здесь 27,4. То есть больше, чем на сантиметр. Вот такой вот эксперимент. Возможно, он может и больше. Но больше уже и не нужно, честно говоря. Так хороший результат. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будет еще много интересных видео. Всем пока!